Смотрено не было, поэтому подробностей о ходе переговоров почти нет. Члены делегации даже зашли в здание через подземный гараж, в то время как журналисты ждали их у парадного входа. За несколько минут до начала заседания группы на первом этаже президента отеля журналисты заметили нескольких представителей ОБСЕ и Владислава Дайнега, полпреда провозглашенной Луганской Народной Республики. Мимо многочисленных съемочных групп они прошли молча. В Минск также прибыли делегат от ДНР Денис Пушилин, Леонид Кучма, переговорщик со стороны Украины, посол МИД России по особым поручениям Азамат Кульмухаметов, теперь он представляет нашу страну в этих переговорах вместо Михаила Зурабова, и глава делегации ОБСЕ Хайди Тальявини. От этих переговоров ждут начала конкретно работы по Минским соглашениям, которые пока выполняются только частично. Сегодня впервые встретятся и определят план действий представители четырех рабочих подгрупп по политическим, экономическим, гуманитарным вопросам и проблемам безопасности. Их должны были создать после встречи Нормандской четверки 12 февраля, но до сегодняшнего дня подгруппы фактически не работали. У сторон нет возражений по поводу того, что кураторами подгрупп на первых порах станут представители ОБСЕ. Работы много. До сих пор главный нерешенный вопрос – безопасность в регионе. В Донбассе не прекращается огонь. Накануне серьезным обстрелом подверглись Горловка и поселок Октябрьский. Горячей точкой остается Широкино. До сих пор не ясно, как будет выполняться закон об особом статусе Донбасса, если украинская сторона настаивает, что он вступит в силу только после выборов на территориях ДНР и ЛНР по украинским законам. Это категорически не устраивает руководство провозглашенных республик. Отдельный вопрос снятия транспортной и экономической блокады региона. Киев до сих пор не выплачивает жителям Юго-Востока пенсии и пособия. К слову, лидеров провозглашенных республик тоже приглашали на сегодняшнюю встречу, однако они в Минск не приехали. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сказали, что не ждут серьезного прорыва от нынешних переговоров. Скорее надеются на то, что начнется нормальная работа, о которой договаривались уже почти 3 месяца назад. Алексей Кручинин и Сергей Панасюк, Первый канал, Минск. И как только что стало известно, встреча контактной группы в Минске завершилась. Об этом сообщает белорусский МИД. И в ближайшее время станет известно об итогах переговоров. В России сейчас находится 2,5 миллиона граждан Украины, и более 500 000 из них, судя по всему, уклоняются от призыва в армию. Об этом сегодня на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. Число беженцев с юго-востока на нашей территории он оценил почти в 1 000 000 человек. На встрече обсуждались и другие темы. Подробнее Сергей Цуцкин. Мария Баева с 2 детьми бежала из Луганска год назад. Их приютили в пансионате города Нальчик. Есть крыша над головой, дочь и сын пошли в школу. Но главное, удалось найти... Есть возможность помочь своим там родителям, мужа родители там, которые не получают эти пенсии, ничего не получают. Мама инвалид. По данным Федеральной миграционной службы, на территории России обживаются 2,5 миллиона граждан Украины. Пятая часть – это те, кто бежал от мобилизации. И вопрос трудоустройства для многих из них теперь самый проблемный. Всем получившим статус беженца разрешение на работу не требуется. Это существенно упрощает ситуацию, но возникают другие трудности, на которые и обратил сегодня внимание Владимир Путин. От них требует регистрацию по месту жительства, а такой регистрации нет, их не берут на работу. Замок такой получается. Владимир, вопрос регистрации, он не только для этой категории проблематичен. Эту проблему мы решаем. Я подготовил там ряд документов, которые хотел вам доложить. Ну давайте, потому что здесь это же необычная ситуация, необычный режим работы. Люди оказались в очень трудной жизненной ситуации, да? Они от войны вынуждены уезжать. Поэтому здесь нам нужно подумать, как создать условия, при которых, конечно, не будет у нас проблем на внутреннем рынке труда, но в то же время нужно найти такое решение, которое позволило бы людям работать. Они же хотят сами зарабатывать себе на жизнь, семьи свои содержать. Другая задача ФМС – борьба с нелегальными трудовыми мигрантами. Теперь таких гостей миграционная служба имеет право выдворять из страны без права на повторный въезд. Это же касается и иностранцев, нарушивших российское законодательство во время проживания здесь. На сегодняшний день граница закрылась для 1,5 миллиона человек. Порядка, ну, без Украины до 10 миллионов человек находится сейчас. Угу. Это нормальное количество, и это происходит не за счет того, что въезд сократился, а за счет того, что увеличился выезд. То есть начали мигранты двигаться, соблюдая наши правила. И в целом это положительно повлияло и на преступность. Я имею в виду на снижение преступности и на количество правонарушений, совершаемых иностранными гражданами.
Также, по мнению Константина Рамадановского, эффективно работает закон о резиновых квартирах. Небольшая двушка, в которой прописаны десятки трудовых мигрантов. Такая картина была обыденностью еще несколько лет назад. Но с конца 2013-го действуют нормы, согласно которым за фиктивную регистрацию наказывают штрафом до 500 тысяч рублей или отправляют на принудительные работы. И это отпугнуло тех, кто зарабатывал на незаконной прописке. Принятый закон, он позволил нам с 10 тысяч 90 так называемых резиновых квартир, сегодня мы имеем только 1160. И до конца года мы с этой проблемой разберемся. В Федеральной миграционной службе рассчитывают, что к концу года во всей стране можно будет найти не более 30 резиновых квартир. Но и они в скором времени исчезнут. Сергей Цуцкий, Наталья Литовка, Павел Рудаков, Первый канал. Теперь данные с валютных торгов, которые сегодня впервые с середины апреля опустили доллар ниже 50-рублевой отметки. Официальный курс на завтра 49.98, то есть снижение за день почти на 2 рубля. Несет потери и евро 56 рублей 18 копеек. Аналитики объясняют укрепление российской национальной валюты просто. Цены на нефть идут вверх. Сейчас за баррель черного золота дают уже больше 69 долларов. И еще новости из мира финансов. В центре уголовного расследования, возможно, крупнейшей аферы с многомиллиардным ущербом оказался Московский областной банк. Он входил в первую тридцатку по объему активов, а в прошлом году, чтобы избежать банкротства, его отдали на так называемую санацию, другой финансовой структуре. Тогда в ходе проверок и вскрылись колоссальные недостачи. Как подтвердили в МВД, речь идет о 70 миллиардах рублей. Это 3/4 всех финансовых обязательств перед вкладчиками. Следствие пока идет в отношении группы неустановленных лиц, и предстоит установить, кто разработал схему, которая позволила в огромных масштабах выводить деньги. Сегодня в Пресненском суде Москвы начали оглашать приговор по одному из самых громких дел последнего времени, по делу оборонсервиса и его главной фигурантки Евгении Васильевой. Крупное мошенничество, 12 эпизодов материалов на десятки томов. Как выяснил суд, все свои схемы Васильева проводила, вводив в заблуждение и пользуясь доверием министра Сердюкова. Вопрос, сколько лет получат подсудимые, пока остается открытым, и главное, реальные или условные сроки. Тимур Сиразиев следит за финалом процесса. Дело особой важности. В зал суда попали далеко не все желающие. Журналисты слушали приговор в специальной комнате, где организовали трансляцию. Но и здесь места всем не хватило. Евгения Васильева села первой. После 5 часов чтения приговора суд разрешил не стоять тем, кому это тяжело. Вслед за Васильевой присели другие обвиняемые. Их 5. Суд признал каждого из них приговора. До них еще далеко. В перерывах заседания бывший руководитель Департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева по-прежнему хранит молчание. Скажите, пожалуйста, вы могли прокомментировать вот то, что судья уже сейчас сказал? Евгения Васильева вины не признает. В суд ее привезли приставы. Она под домашним арестом. В 2012-м следователи установили, что недвижимость Минобороны продавали за бесценок. Министр Анатолий Сердюков был отправлен в отставку. На процессе он выступил свидетелем. Заявил, что о махинациях не знает. Сегодня на суде стали известны подробности мошеннических схем. Так, при продаже 15 участков на Черноморском побережье коммерческая компания должна была провести оценку имущества и найти покупателя. Но это по документам. В действительности данные договоры номер 20-10 августа услуги не оказывались. Покупатель земельного участка сети «Инжиниринг» был известен, определен Васильев заранее. Его поиск проведения с ним переговоров ЦП-эксперт не осуществляла. Ровным образом ЦП-эксперт не проводила маркетинг, исследование составления соответствующих отчетов. В деле 12 эпизодов. Яркий пример – случай со зданием на Смоленском бульваре. Здесь находился институт, который занимался реконструкцией космодромов и проектированием шахт и причалов. По версии следствия, Евгения Васильева учредила компанию «Мира». Ранее это был центр «Эксперт» и фирму «Витапроджект». Специалисты «Мира» оценили здание в 1 627 000 000. Реальная стоимость, по мнению следствия, была более 2 миллиардов. Институт был акционерным обществом. Его продали за 142 миллиона, хотя рыночная стоимость составляла более 2 миллиардов. Покупатель и акции и здание фирма «Витапроджект». После сделки здание сдали в аренду тому же самому институту за 120 миллионов рублей. На документах, разрешающих продажу, стояла подпись министра. Используя давление министра обороны Сердюкова, Василий убедил его подписать данную директиву. Для придания видимости закон совершаемых действий в первом листе данной директивы министра обороны 25 июня Василий организовал изменение даты 25 июля на 4 июля 2011 года путем распечатания первого листа директивы с измененной датой при неизменности листа, содержащего подпись министра обороны. В ходе оглашения приговора Васильева не раз делала вид, что удивлена. Периодически она брала в руку телефон и что-то писала. Прокурор просит приговорить Васильеву и других обвиняемых к условному сроку наказания. По закону судья может дать и реальность.
реальный срок. Изначально ущерб оценивался в 3 миллиарда рублей. После того, как покупатели вернули часть недвижимости, сумма уменьшилась до миллиарда. Тимур Сиразиев, Артем Тихонов, Первый канал. Совсем немного осталось до праздника, который будет отмечать вся страна. Для каждой семьи 9 мая – особая дата. День памяти и благодарности тем, кто 70 лет назад защитил родину и своих близких. Сказать спасибо за мир в День Победы смогут дети, внуки и правнуки фронтовиков. Грандиозная акция «Бессмертный полк» соберет сотни тысяч человек. В столице в памятную колонну встанут не только москвичи. Люди едут со всей России, даже из-за рубежа. Принять участие может каждый. Подробности узнал Александр Лякин. Аида Островская прилетела в Москву из Надыма, специально, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Когда узнала, что портрет своего не пришедшего с войны прадеда она сможет пронести по Красной площади, то решила, надо ехать. Из аэропорта сразу в центр, где через 3 дня она пройдет вместе с другими участниками акции, чьи деды и прадеды не дожили до 70-летия Победы. Это мой прадедушка, Мурай Илья Порфирьевич. Он родился на Донбассе. Освобождал Донбасс, освобождал Севастополь, погиб в Литве в 1944 году. Уже посчитано, что если всех их, таких как Илья Порфирьевич, построить как на параде Победы 45-го года, то этот полк, эта армия из героев войны шла бы по Красной площади 19 дней. Так и появилась идея из акции памяти сделать настоящий народный парад, в котором примут участие все желающие, кто не забыл, чьими руками ковалась Победа. Многие ветераны говорят, мы 80-летие, наверное, уже не встретим. И в этом смысле они машут нам рукой и как бы говорят, мы страну отдаем вам. Мы ее защитили, а теперь очередь вашего поколения. Это прошлогодние кадры. Тогда акция проходила на Поклонной горе. Она запомнилась многим, и в этом году на сайте Бессмертного полка записалось уже более 200 тысяч участников. Организаторы готовят волонтеров, которые помогут людям сориентироваться и построиться в колонны. Другие добровольцы ежедневно принимают звонки от желающих прийти на Красную площадь. То во сколько начинается шествие, куда прийти, взять ли с собой документы, как изготовить транспарант, куда позвонить, чтобы знать, готовы ли их фотографии. Ряды участников растянутся от Белорусского вокзала до самой Манежной. Никакой регистрации не требуется. Прийти смогут все желающие, кому дорога память о победе и о победителях. Можно прийти с портретом деда, а если не сохранилась фотография, то с его именем на табличке. А можно просто привести детей, чтобы они увидели лица ветеранов, воевавших за страну. Среди участников будет много известных людей. Так певица Ольга Кормухина впервые пойдет в рядах Бессмертного полка. Я обязательно пойду на эту акцию с портретом своего деда Анфима Токарева, который погиб на Курской дуге в 43-м году, защищая нашу будущую жизнь в том числе. Отец актера Бориса Галкина Сергей Михайлович прошел 3 войны – финскую, Великую Отечественную и японскую. Из фронта пришел живым, что в семье считали настоящим чудом. Он не дослужился до высоких чинов. Служил он в войсках связи. И фактически он прошел Великую Отечественную войну на передовой. Чудом сохранившаяся фотография – времени Великой Отечественной войны, 44-й год, вот здесь вот мой папа. Даже те, кто не собирался идти на акцию, узнав о ней, невольно вспоминают своих ветеранов, ищут пожелтевшие фотографии. Актер Виктор Проскурин рассказывает о дедушке жены Борисе Султанове, который воевал с 43-го года и дошел до Берлина. Горжусь тем, что вот на День Победы вот этот бессмертный полк, правнуки, внуки, все выйдут с фотографиями, которые уцелевшие у них. И вот это вот чисто по-русски. Нас они услышат, они нам будут благодарны. Приедут на акцию иностранные гости. Один из них – реконструктор из Англии Джон Сандерсон. Он на свои деньги отреставрировал советский танк Т-34, которым и управляет как заправский механик-водитель. Конечно, до Москвы он на нем не доберется, но портреты своих родных, участвовавших во Второй мировой, по Красной площади пронесет. Это мой дядя Дуглас, который прошел всю Вторую мировую от начала до конца в Сомерсетском егерском полку в Индии и Бирме. Их полк базировался на юго-западе Англии, до битвы при Дюнкерке. А это мой дядя Моррис, он моложе, он служил механиком, тоже прошел всю войну в Палестине. Уже сейчас можно сказать, что шествие Бессмертного полка будет одним из центральных событий празднования 70-летия Победы. Гордость за родных ветеранов – это то, что понятно каждому, вне зависимости от возраста и социального положения. Это то, что объединяет всю страну.
Но они, пришедшие с полей сражений солдаты, через своих внуков и правнуков все-таки пройдут парадом Победы по Красной площади. Александр Лякин, Ксения Гомонова, Дмитрий Сошин, Виталий Никанов, Первый канал. В преддверии праздника в Москве торжественно открыли памятник легендарному маршалу, дважды Герой Советского Союза Константину Рокоссовскому. Фигура установлена на бульваре, который также носит имя выдающегося полководца. Бронзовая скульптура изображает его на коне во время парада Победы, которым Рокоссовский командовал в мае 45-го. Участие в церемонии приняли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, а также глава правительства. По словам Дмитрия Медведева, во многом благодаря уникальному таланту военачальника мир обязан свободой. Знаменитая Курская битва, освобождение Белоруссии, освобождение Польши и остальных государств Восточной Европы – это победная война маршала Рокоссовского. Операции Рокоссовского уникальны. Их изучают в военных академиях всего мира. Он был блестящим стратегом, который умел собирать отступающие войска и вести их за собой в наступление. Его военный талант основывался на убеждении, что каждый солдат должен не просто выполнить приказ, а понимать свою задачу. Также Дмитрий Медведев провел сегодня встречу с руководителем Кубы Раулем Кастро. Он уже прибыл в Москву на празднование Дня Победы. Дмитрий Медведев поблагодарил Кастро за визит, на что тот ответил, что просто не мог не откликнуться на приглашение. В российскую столицу едут многие мировые лидеры, ожидают глав 30 государств. Некоторые страны, как, например, Францию и Италию, будут представлять министры иностранных дел. Придут также главы ООН и ЮНЕСКО. Завтра в связи с проведением генеральной репетиции парада в Москве в первой половине дня будет серьезно ограничено движение. Уже с 6 утра проезд закроют там, где пойдет военная техника. От Ходынского поля через Ленинградский проспект, Тверскую, к Красной площади. И далее по Кремлевской набережной через Маховую, Воздвиженку, Новый Арбат до пересечения с Садовым кольцом. А далее по Садовому к Триумфальной площади. Чуть позже с 9 утра закроют Лужнецкую и Фрунзенскую набережные, а также прилегающие к ним улицы. Общественный транспорт пустят по специальным маршрутам. Это «Вечерние новости». Смотрите далее в нашей программе. Новые подробности в расследовании крушения аэробуса в Альпах. Второй пилот Лубец репетировал катастрофу на рейсе в Барселону. Так не доставайтесь же вы никому. Франция собирается уничтожить построенные для России мистрали. Просто затопить. Мы вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь на Первом. Мы снова в эфире. Вечерние новости о главных событиях этого дня. За год к российскому уполномоченному по правам человека обратились 59 тысяч человек. Об этом Алла Памфилова рассказала на встрече с президентом сегодня в Новоогарёво. Чаще всего жалуются на медицинское обслуживание. Среди других вопросов, которые волнуют россиян, ситуация в сфере образования, трудовые права и уровень доходов. Все обращения вошли в специальный доклад о ситуации с защитой прав человека в России, который был опубликован сегодня. Знаю, что вами подготовлен отчет, да, или как он называется? Доклад. О соблюдении прав человека в Российской Федерации. Да? Люди стали больше переживать, хотя безработица низкая, чтобы не потерять работу. И появилась такая новая категория, на которую надо обратить внимание, это работающие бедные. Вот это вот странно. По всем исследованиям получается, что доля пенсионеров бедных, вот, скажем, гораздо меньше, чем работающие бедные, если там 2-3, 2-3 детей. И, ну да, получается, что МРОД, вот самый минимальный уровень оплаты труда, он перестал работать, как выполнять свою главную социальную функцию, то есть мотивировать к труду. Наряду с такими традиционными жалобами, обращениями стало увеличиваться количество обращений нового характера. Например, что связано с деятельностью коллекторских агентств. Я тоже принесла совершенно конкретное предложение. Там действительно достаточно тревожная ситуация. Надо принимать такие серьезные меры. Недавно обсуждали этот вопрос. Да. Рассматривается, по-моему, даже и не при изменении. На 30% возросли обращения наших граждан, чьи права нарушены за территорией России, за границей. Но здесь довольно эффективно удается восстанавливаться, где-то 2,5 раза увеличилось число восстановленных прав.
Много жалоб в прошлом году приходило по ситуации с досрочным освобождением из колоний и тюрем, но, как отметила Памфилова, эта проблема частично решится в связи с амнистией в честь юбилея Победы. На свободу должны выйти десятки тысяч осужденных, и возникает вопрос, как им помочь адаптироваться и найти работу. На этот счет аппарат уполномоченного по правам человека также подготовил свои предложения. 2/3 россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России и после 2018 года. Такие данные сегодня привели эксперты Фонда развития гражданского общества. Они представили в Москве результаты исследования. Оно посвящено структуре и ценностям группы людей, которых сами социологи называют путинским большинством. По словам главы фонда Константина Костина, через год будет представлен прогноз о влиянии путинского большинства на ближайшие президентские и парламентские выборы. Эксперт также отметил, что за последние 12 месяцев поддержка Владимира Путина гражданами России значительно увеличилась. По его мнению, это связано в первую очередь с возвращением Крыма в состав нашей страны. За последний год произошло существенное увеличение путинского большинства, порядка 20%. Мы эту цифру называем. И то есть, если посмотреть середину первого срока, середину второго срока, тогда средний показатель электоральной поддержки в межвыборный период составлял 47%. А на сегодняшний день 66% граждан заявляют о том, что они хотели бы, чтобы в выборах 2018 года Путин участвовал и победил. Добавлю, по данным Фонда общественное мнение, на конец апреля уровень доверия Владимиру Путину в России составил рекордный 85%. В столице сегодня отмечают День герба и флага. По случаю праздника украсили дома и улицы, а на Поклонной горе прошел первый московский парад кадетов. В нем приняли участие 2500 человек. Почетными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны. На площади парадным строем прошли 40 расчетов кадетских классов. К воспитанникам обратился мэр Москвы Сергей Собянин. Надев военную форму, вы взяли на себя особую ответственность продолжать победные традиции славной российской армии. Вы оправдаете надежды ваших отцов и дедов, преодолеете все трудности и преграды, вырастите настоящими патриотами и защитниками Отечества. С праздником вас, друзья! С наступающим Днем Победы! После выступления барабанщиков, Кремлевской школы верховой езды и праздничного вальса в небо над площадью выпустили 70 белых голубей. Не случайно праздник отмечается именно сегодня. 6 мая церковь чтит память Георгия Победоносца, которого считают небесным покровителем Москвы. Он изображен на флаге и гербе столицы. К этому дню в Москву доставили православную святыню, десницу Георгия Победоносца. Его встречали сотни верующих. Серебряный ковчег привезли с горы Афон для совместной молитвы о мире. Сегодня его выставили в храме на Поклонной горе. На литургии присутствовали греческие монахи, они сопровождают святыню. Патриарх Кирилл возглавил торжественную службу, на которой молились о защитниках Родины в годы Великой Отечественной и всех, чьи жизни унесла война. За всю историю человечества не было таких страданий. Ни один народ не отдал на алтарь победы 27 миллионов жизней. И сегодня эти 27 миллионов жизней вопиют к небесам, когда кто-то пытается украсть у них подвиг и украсть у них победу. Мы никогда не забудем, что именно наш народ сломал хребет страшному врагу, перед которым отступила вся Западная Европа. Ковчег уже побывал в Ярославской области. Всего за 2 месяца его провезут по 20 российским городам. В Москве деснице можно будет поклониться до 11 мая. В Крыму подготовили подарок для ветеранов. Ключи от квартир в новых домах. А до конца года планируется обеспечить жильем всех нуждающихся участников войны. Многие из них за годы украинской власти так и не дождались поддержки и помощи. Но теперь ситуация принципиально иная. Репортаж Виталия Катченко. В доме Искры Семеновны вечный ремонт. Из-за проблем с трубами в подвале в квартире всегда сыро. Жилье в аварийном состоянии. Но украинские чиновники за 23 года лишь помогли заменить прогнившие полы. Батареи ничего не помогают. Мокрый угол. А там под тумбочкой уже черные доски.
Впятером на 20 квадратных метрах, но Искра Семеновна, прошедшая всю войну, радистка от Кавказа до Румынии, жаловаться не привыкла. Я ни у кого ничего не просила. Это потому что я всю жизнь прожила в нужде. Подарок 70-летию Великой Победы. Ключи от новой квартиры. На глазах стариков слезы радости. Получить новое жилье они даже не надеялись. Это лишь малая часть долга, которую мы должны вам отдать. Вам низкий поклон за то, что вы совершили. В этом году мы еще 167 квартир предоставим нашим ветеранам. В новой квартире Искры Семеновны все удобства. Газ, холодная и горячая вода круглосуточно. Площадь теперь вдвое больше. Жить здесь будет вместе с дочерью. Ой, как хорошо, прекрасно. Не то слово. Это просто красота. Прекрасная комната, прекрасная кухня. Балкон прекрасный. В этих двух симферопольских высотках квартиры получили 38 ветеранов, а в Севастополе ко Дню Победы ключи вручили 32 защитникам Отечества. На реализацию этой программы выделено около 300 миллионов рублей. Самое главное, что это был долгострой, но сегодня, уже после того, как был решен вопрос финансирования этой программы, произошло завершение строительства этого долгостроя, сделана была отделка, и в этих домах ветераны получают квартиры. Для инвалидов предусмотрены пандусы. Нормально, заезжать можно, выезжать можно, гулять можно. Все удобно. А для правнуков современные детские площадки. Защитник Крыма, 90-летний сервер Усманов, переезжает вместе с большой семьей. Всю жизнь он прожил в частном доме. Квартиру получил на втором этаже. Родственники переживали, что дедушка побоится подниматься на лифте. 25 лет ждали. Бабушка все была еще жива, все хотели они вместе. Дождался дедушка наш. Уже точно известно, что отмечать новоселье будут домами 9 мая, сразу после парада. В год 70-летия Победы квартирный вопрос для людей, прошедших войну, наконец будет решен. До конца 2015-го еще около 300 ветеранов из Крыма и Севастополя получат новые квартиры в современных домах. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Симферополь. В эти минуты поступают подробности встречи контактной группы в Минске. По заявлению российского МИДа удалось добиться серьезных результатов. Они дают надежду на мирное урегулирование конфликта. Дипломаты заявили, что в рамках трехсторонней группы будут обсуждаться условия проведения выборов в Донбассе. А представитель Украины на переговорах Леонид Кучма отметил, согласована дата, когда в Минске соберется подгруппа по безопасности. Это 19 мая. Кучма также заявил, что рабочие подгруппы будут встречаться каждую неделю. И только что на ленту агентств поступила реакция самопровозглашенных республик. Представитель ДНР Денис Пушилин назвал переговоры в Минске прорывом, которого долго ждали. Сейчас небольшая реклама, мы вернемся через пару минут. Это вечерние новости, мы продолжаем. Во Франции сегодня опубликован предварительный отчет о ходе расследования крушения аэробуса А320. В нем содержатся новые доказательства того, что второй пилот Андреас Лубец готовился разбить лайнер. Выяснилось, что в день катастрофы он репетировал крушение на своем предыдущем рейсе в Барселону. Оставаясь один в кабине, Лубец вводил в автопилот данные на резкое снижение самолета до отметки всего в 30 метров, при том, что требуется 10 тысяч, а затем быстро возвращал необходимую высоту. Утром в день катастрофы во время перелета из Дюссельдорфа в Барселону второй пилот несколько раз переводил автопилот в режим снижения. Тогда эти изменения не сильно повлияли на траекторию полета. К возвращению командира он вернул все настройки в исходное положение. Поэтому ни экипаж, ни наземные службы ничего необычного не заметили. Напомню, свой план по уничтожению самолета Лубец воплотил несколько часов спустя. Во время обратного рейса он заперся в кабине и направил аэробус в гору. Все 150 человек, находившиеся на борту, погибли. Два вертолетоносца «Мистраль», построенные по заказу России во Франции, могут быть уничтожены. Как пишет французская газета «Фигаро», это произойдет, если расторгнут контракт на их поставку. И сейчас Париж изучает варианты, что делать с «Мистралями» в таком случае. По данным издания, маловероятно, что корабли передадут французским ВМС. Они специально модифицированы под российские стандарты, и в таком случае их нужно будет переоборудовать, а это сотни миллионов евро. Другой вариант, который Париж, по информации «Фигаро», считает наиболее подходящим, это их продажа. Среди возможных покупателей называют Канаду и Египет. Но в то же время самым дешевым вариантом, отмечает издание, остается просто избавиться от вертолетоносцев. Среди основных вариантов действий, рассматриваемых официальным Парижем, изучается возможность уничтожения вертолетоносцев. Они будут либо демонтированы и утилизированы, либо затоплены в открытом море.
Напомню, контракт на поставку двух «Мистралей» был заключен еще в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, а второй «Севастополь» во второй половине этого. Однако решение о поставках пока заморожено. Париж ссылается на антироссийские санкции. В США постепенно набирает обороты президентская гонка. Напомню, Барак Обама, согласно американской конституции, в выборах участия не примет. О своих притязаниях на Белый дом заявили уже многие, в том числе и представитель республиканцев Майк Хаккаби, который ранее уже пытался занять высший пост в стране. Но основное внимание сейчас приковано к Хиллари Клинтон. На данный момент она явный фаворит избирательной кампании. Впрочем, ее позиции может пошатнуть громкий политический скандал. Репортаж Анатолия Лазарева. Семейный подряд на высшем уровне. Книга с говорящим названием «Деньги Клинтонов. Нерассказанная история, как и зачем иностранные правительства и бизнесмены сделали Билла и Хиллари богатыми» задолго до своей публикации вызвала в США громкий политический скандал. Автор почти 300-страничного расследования, журналист Питер Швейцер, утверждает, что организованный в 2001 году фонд Клинтонов больше занимался коррупционным обогащением своих основателей, чем благотворительностью. Схема, по словам Швейцера, была такой. Внося деньги в фонд, часто выплачивая баснословные гонорары за лекции бывшему президенту Биллу Клинтону, инвестор получал выгодные для себя преференции от США, ведь Хиллари Клинтон в то время занимала пост госсекретаря. За 14 лет существования было собрано 2 миллиарда долларов. Руководитель фонда утверждает, что почти все пустили на благотворительные цели. Не больше 10% ушло по назначению, утверждает автор книги. Остальные 90 Клинтоны потратили на свои нужды. Хиллари и Билл обвинения отрицают, утверждая, что публикация книги связана с началом президентской предвыборной гонки. Мы вернулись в политическую борьбу, а значит, я буду мишенью для разнообразных атак. И я готова к этому. Республиканцы только и говорят, что обо мне. Не знаю, о чем бы они говорили, если бы я не вступила в президентскую гонку. В 2008-м, когда Хиллари возглавил Госдеп, фонд опубликовал список иностранных доноров, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов. Ведь получалось, что одной рукой Клинтон управляла внешней политикой США, а другой брала деньги у заграничных спонсоров. Но, как выяснилось, фонд утаил не менее 1100 организаций, перечислявших им средства. Канада, Китай, Иран, Казахстан, Украина. Везде, где были интересы США, семья Клинтонов находила и личный интерес. Журналисты издания Newsweek, например, вспоминают, как чудесным образом не попал под санкции США украинский бизнесмен Виктор Пинчук, торговавший с Ираном и внесший в фонд почти 10 миллионов долларов. Когда вы выбираете семейство Клинтон, то вместе с положительными качествами вы получаете в наборе и негативные моменты, например, нарушение этических норм. Нынешний скандал странным образом совпал с другим, тоже связанным с Хиллари. В бытность госсекретарем она вела служебную электронную переписку не через сервер Госдепа, как должна была, а через личный интернет-сервер. Оставив пост, она по закону была обязана сдать все письма в архив, но не сделала этого. А когда Конгресс недавно потребовал предоставить эту переписку, помощники Хиллари просто все удалили. Республиканцы считают, что так Клинтоны избавились от компромата. Вся электронная переписка по этому делу была уничтожена. Договоры не обнародованы. В этом деле будет сложно хоть что-то доказать или опровергнуть. Руководство фонда признало лишь некоторые финансовые недочеты и теперь планирует заново подавать налоговые декларации за несколько последних лет. А избирательный штаб Хиллари подсчитывает ущерб другого рода. По последним соцопросам, 61% американцев считают, что слово «честное» — это не про Хиллари Клинтон. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Дмитрий Малышев. Первый канал, Вашингтон. И в завершение наша рубрика «К юбилею Победы». Сегодня Алма-Ата. Казахстан с первых дней войны стал арсеналом фронта. «Все для Победы» было девизом на сотнях заводов республики. Из Казахстана на фронт ушли более миллиона человек. Тысячи не вернулись из боев под Москвой, Ленинградом, в Прибалтике. О подвиге фронтовиков говорят правнуки Победы. Моего прадеда звали Армулаев Хабибула. Он служил командиром на Карельско-финском фронте и был дважды ранен. Первый раз он получил ранение ножом в спину в рукопашном бою. И когда реабилитировался после лечения, через некоторое время опять был ранен в ногу. Но он все-таки выжил. Ему пришлось ампутировать ногу для спасения его жизни. В 43-м году он вернулся домой без ноги и встретил победу в своем родном селе, в своем родном доме, на родине. Самая дорогая и ценная награда моего деда – это орден Красной Звезды. Когда я прикасаюсь к нему, я представляю, какая это была война, как это страшно, как это очень опасно. У его друзей и у него была одна мысль – как победить врага. И он не думал, вернется он домой или не вернется. Он был очень храбрым.
Мой прадедушка Бектенов Али Бектенович, он участвовал во многих боях. Он был ранен очень много раз, потому что это все-таки война, и все было очень жестоко, фашисты не жалели никого. В очередном бою в городе Кенигсберг он получил тяжелое ранение. В него попали осколки от разорвавшегося снаряда. Первый осколок прошел через левую руку, второй попал в шею, а третий попал в область сердца и застрял в металлическом портсигаре. Тем самым спас его жизнь. Он имеет очень много медалей. Среди них Орден Отечественной войны, медаль за отвагу. Каждую из этих медалей он получил, жертвуя собой. Для меня все эти медали очень важная вещь в моей жизни. Мой прадедушка Пеньков Алексей Васильевич, комиссар гаубичного артиллерийского полка. Он получил много разных наград. Одной из них был орден Красной Звезды. Он получил его за одну из ключевых операций по обороне Москвы на станции Крюково. Немцы неожиданно туда напали, и моего прадедушку, его дивизию, поставили на станцию Крюково. Первую волну, как бы ударную, они отбили. Со второй войны, получается, ну, немцы... Они захватили эту станцию сзади, и никто этого не знал. И когда они начали обстреливать, то, ну, это было неожиданно все для них. Было тяжело, но они все равно с этим справились. И в итоге окончательно выиграли и не сдали Москву фашистам.